Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 32. Рабочая тетрадь по русскому языку для первого класса автора Канакиной. Прочитай выразительно. Буквы знает страус Эму. Может он прочесть письмо. Буква Э читает Эму. Эмма любит эскимо. Сабгир – автор этих строк. Выпиши слова с буквы Э. С буквы Э у нас слова Эму, название страуса. Пишем первое слово заглавной буквы. Запятая. Дальше Эмма – это имя, пишем тоже заглавной буквы. Эскимо. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.